Где у нас стартап-котики? Мяу-мяу! Какие, по вашему мнению, перспективные направления развития технологий? Ну, серьезно, вот что для тебя сейчас то, что ты прям вызывает? О. Мы привыкли жить в заперти. И мы начали пользоваться сервисами, которыми раньше не пользовались. Да. Это, конечно, e-commerce был там в огромной степени. Там, и Безос на работу вышел опять. Вот. Я и скидки на Амазоне отменил, потому что доставлять не успевают, знаешь. Вот. И это онлайн-образование, конечно. Это любые способы коммуникации. Это гейминг, это любой entertainment, это фильмы, это контент. И самое главное, что инвесторы в следующий год еще не опомнятся от коронавируса и как к любому кризису будут, как после любого кризиса будут готовиться к следующему. И эти тренды сохранятся ну, минимум год, а то и 2, и 3, и 5. Не дай бог будет вторая волна или еще какие-то коллизии. Боюсь, что будет. Я тоже боюсь, что будет. И, конечно, те бизнесы, я не знаю по поводу технологий, я там не там, инженер настолько, там, не понимаю, там, NVIDIA выпустила плату, эта плата там изменит мир там, или не изменит мир, ну вот что-то там происходит. Но в NVIDIA инвестировать, наверное, есть смысл, там, как есть смысл в Facebook и во все это подобное инвестировать. А если говорить о том, что вы сами делаете, то... Это, конечно, ваша голова. А ваша голова – это контент, это сервисы, которые вы можете создать. И надо идти в те сегменты, которые максимально были устойчивы, а лучше еще росли в период коронавируса этих карантинных мероприятий. Ну вот я бы так ответил.